Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Виорика, и угадайте, на какой концерт я иду сегодня? Снова, правильно, на Фрэнка. Не спрашивайте в комментах, почему я оделась как Киллджой, да, допустим, кто шарит, тот поймет. Просто мы с моим другом решили устроить Фрэнку Слоуджоп. Мой друг один из как Рейтора, а я как Фрэнк. Меня так странно смотрят люди, как будто я иду кого-то хранить. Ну, себя. Во время слэма бат мотопоп. Ребят, прямое включение. Я сейчас иду с Рейтора, блядь, ты где? Да. Рейтора, что вы скажете по этому поводу? Едем на концерт пидораса. Устроим ему взлом жопы. Я держу Максим, в курсе. Максим Лёв, и буду максимить. Что ты скажешь? Ай! Потом мое видео забанит за авторские права. Короче, я сняла рубашку, я запарилась, может потом ее надену, да, дед? Девочки, как дела, милые девочки?
time, okay? Just stop. Dance like no one's fucking watching. But if someone falls down, stop what you're doing and pick them up. You understand? Let's have fun, no one gets hurt. Deal? This song needs to be danced to. Всего лишь полтора, ну почти два часа. Это слишком очень мало. Быстро, но это было. Слишком быстро, но я никогда не думала, что я Фредка вживую увижу, понимаешь? Ребят, я уже приехала домой, я очень сильно устала. Мне стерлось лого Фрэнка, еще щеки. Я не знаю, когда я выложу это видео на самом деле. Либо 10-го, пока буду сидеть на работе. Либо позже. То есть у меня может получиться как с влогом с концерта Wild Ways. Вот. Ну а так, всем желаю спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки.